Всех приветствую на своем YouTube-канале. 8 января за окном. И сегодня мы с вами продолжаем тему выгонки лука на перо. На экране все тот же лук, посаженный 6 декабря 2020 года. Только это уже третья выгонка с данной посадки. Уход по-прежнему минимальный. Раз в 4 дня очень понемногу поливаю. Я первую зиму гоню лук на перо в полностью темном, защищенном от сквозняком и с постоянной температурой 24 градуса, подсвечивая лишь подсветкой. И хочу сказать, результат отменный. До этого гнал только на подоконнике. Все было хорошо, но из-за перепадов температуры на подоконнике лук начинал гнить через 3 недели нахождения в земле. То есть удавалось получить максимум 2 выгонки. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Делитесь видео с друзьями. Всем пока и удачи!